Времена платьев в жутких розочках возвращаются. Но не волнуйтесь, жуткими они были в прошлом, а сейчас они в тренде. Этой весной на пике популярности вещи с красивым цветочным принтом. Розы, незабудки, орхидеи. Как стильно и по-модному наслаждаться красотой любимых цветов, узнаете прямо сейчас. Все внимание на главный подиум страны. Эвелина, прошу вас, прокомментируйте модный цветочный принт этой весны. Я хотела бы подчеркнуть, что основной цветочной темой нынешнего цветочного тренда является тема красненьких цветочков. Цветочек аленький – это то, что на подиумах сегодня просто самое главное. Вот как, например, в этом пальто на очаровательном голубом фоне красные цветочки выделяются среди всех остальных. Они весьма скупо выражают страсть, но тем не менее, именно благодаря тому, что они очень хорошо видны на этом фоне, вокруг них нет никаких дополнительных наслоений, они очень репрезентативны. Весьма активен принт с красными цветами, на черном и на белом фонах. А что касается всех остальных вариантов, то здесь уже по желанию. Еще одна весьма важная тема, которая связана с цветами, это тема пижамы. Цветочный принт в пижамах пришел на смену тому, который, собственно говоря, этот тренд начал. И для того, чтобы как-то освежить этот тренд, дизайнеры всего мира предложили пижамы и пижамные комплекты. Сюда входят и халаты, и пижамные куртки, и платья на тоненьких бретельках, напоминающие ночнушки, которые покрылись цветами. Ну вот примерно так, как выглядит сейчас наша народная модель, принято выглядеть сейчас в самых модных салонах, самых модных столиц. Женщина в пижаме не должна стесняться вопрошающих взглядов вокруг, потому что если вдруг она попала в общество, где задаются вопросом, в моде ли пижама, она там точно королева, потому что знает больше всех. И, естественно, мелкие цветочки – этот английский ситчик, который так характеризует платье бэби-доллы, который в такой активной моде в последнее время. Он не обязательно на черном фоне. Этот плотный цветочный принт может быть совершенно разноцветным, но так или иначе что-то рок-н-ролльное в нем все-таки есть, потому что степень фольклорности этого мелкого цветка сложно переоценить. Наши стилисты совершенно правильно подобрали в комплект этому мелкому цветку рок-н-ролльные акценты и косуха без рукавов, и шляпа рок-музыканта, и сапожки, которые очень напоминают те, в которых мы видели уже не одно поколение рок-музыкантов на самых разных сценах, здесь как нельзя более подходит. Таким образом, цветочки замечательно вписываются абсолютно в любой стиль. И леди-лайк, и бизнес-шик, и рок-н-ролл, и вам, цветочек вам пригодится везде. Только у них будут разные характеры. Спасибо большое, Эвелина. Я хочу напомнить, что на нашем официальном сайте модные.тв вы найдете не только все о модных цветочных принтах, но и о всех других трендах этого сезона. А также вы можете получить консультации стилистов о том, как изменить себя и свой гардероб. Начните свое преображение с модным приговором. А Татьяна идет в магазин, чтобы выбрать три комплекта одежды на свой вкус. И совсем скоро мы увидим, что из этого вышло. Не переключайтесь, будьте всегда с нами.